Привет. А вы знали, куда девается снег, который убирают с улиц нашего города? Пойдем, я сейчас вам все расскажу и покажу. Меня зовут Евгений, я мастер снегоплавильного пункта ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга. И сейчас я вам расскажу, как мы топим снег. За мной дробилка. Сейчас машина вывалит снег и большие куски льда разобьет на более мелкие частицы, которые попадут в большую камеру глубиной 6 метров. Струю канализационной воды, той, которую вы смываете в унитаз и в ванну, мы используем ее здесь повторно для того, чтобы растопить снег. Интересный факт. Водоканал не занимается уборкой и очисткой улиц. Мы занимаемся только растопкой снега. Растопить пару сотен тысяч кубов снега для нас не составляет никакой проблемы. Такой пункт не один. Наши пункты расположены по всему городу, во всех частях, во всех районах. И за сутки мы можем растопить 100 тысяч кубов снега. Это примерно 6500 автомобилей. У каждого водителя, который работает на уборке наших улиц, есть специальный пропуск, выданный водоканалом, которым он пользуется на всех снегоплавильных пунктах. С помощью лазерной системы измерения мы ведем учет объема принятого снега. Мы регулируем движение на площадке и обеспечиваем безопасную разгрузку автомобилей. Посмотрите, со снегом нам иногда привозят дорожные поребрики, дорожное ограждение, грибки бетонные. Все мы это сортируем. Это пункт управления дробилками. После попадания того самого поребрика дробилки останавливаются, и мы их запускаем с помощью этой пультовой. Отсюда хорошо видны плиты, которые закрывают плавильную камеру, глубиной 6 метров, 5 из которых могут быть заполнены мусором. Когда это происходит, мы начинаем чистку и вывозим этот мусор. Очень важно знать, что до 2012 года весь снег, который собрали с улиц нашего города, в который впитал в себя соль, выхлопные газы, песок, мусор, попадал прямо в него. А сейчас мы топим снег и очищаем на наших очистных сооружениях от всех этих вредных примесей, не выпуская уже чистую воду в Финский залив. Теперь вы знаете все о том, как мы превращаем снег в воду.